вами снова Рута, я очень рада вас приветствовать. И сегодня я покажу вам, как в домашних условиях сделать градиентный маникюр. И я надеюсь, что получится очень красиво, так как я сама делаю его впервые сейчас вместе с вами. Значит, сначала мы покрываем ногти основой, как в обычном маникюре. Затем мы покрываем ногти тем лаком, который мы выберем как фон, как основу. Я выбираю голубой лак. Два оттенка, которые я выберу для градиента, это салатовый и желтенький. Нам понадобится один спонжик, ватные палочки и, собственно говоря, жидкость для снятия лака. Я покрою ногти вторым слоем лака, чтобы не было прозрачности. И когда ногти полностью высохнут, тогда можно приступать к градиенту. Значит, мы берем спонжик. Таким вот образом наносим слоями, наносим лак. Наносим несколько раз, потому что нам нужно, чтобы слой был густой. И делаем мы следующее. Так, мне кажется, желтенького мало, поэтому я его добавлю. Ну, собственно говоря, когда процесс закончен, надо взять ватную палочку и вот таким вот образом снять остатки. После чего надо закрепить проделанную работу. Я для этого использую Орли, мне очень нравится это средство. Вот такой вот красивый цвет получился, такой необычный красивый маникюр, очень модный цвет, яркий, красивый, одновременно с тем очень нежный, и
манящий весенний маникюр. Если вам понравилось, поставьте лайк, оставляйте комментарии, пишите, что бы вы хотели увидеть в следующих роликах, я обязательно это учту. Ну, а сейчас я хочу пожелать вам всех благ, всего самого наилучшего, доброго, теплого. Пусть все у вас будет хорошо.